Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген, бро и девчонка. Да, и сегодня будет, ну, крутая серия. Я вам скажу, очень крутая. А чтобы узнать, что здесь сегодня произойдет, то прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал и пишите хэштег «Остров». Ну а пока вы делаете эти три действия, лайк, подписка и комментарий, мы для вас танцуем. Погнали! Так, ну что ж, лайк-то вы поставили, а на канал-то подписались. Ну так сегодня мы прям реально бомбанем, да, друзья, мы сегодня можем реально бомбануть. Итак, значит, рассказываю, что же нам нужно будет делать в этой серии. Итак, короче, мы с девчонкой находимся вот на таком вот острове. И когда-то давно, примерно 2 недели назад, мы проводили раскопки, да. Но мы не добрались до центра земли. Сегодня мы хотим реально добраться до центра земли в Майнкрафте и бомбануть от того, что там находится. Вот реально, мы либо бомбанем, либо, короче, пройдем все. Так, значит, смотрите, друзья. Ну-ка, девчонка, отходи, короче. Так, я пока сейчас буду копать примерно, так сказать, это место раскопок, друзья. Там, где будет происходить история, да. На месте вот этих раскопок будет, короче, твориться история. Так, сейчас вот, смотрите, я копаю, короче, блоки. Такс, смотрите, уже так более-менее раскопал. Теперь осталось только вот здесь, вот так вот, 3 блока. Потом здесь вот 3 блока. Здесь 3 блока. И, ну-ка, девчонка, отойди. Все, девчонку тоже закопали. Все, смотрите, вот такая вот у нас появилась зона для раскопок. И мы сейчас будем проверять, что же находится в центре земли Майнкрафта. То есть, реально, никогда, друзья, никогда не копайте до центра земли в Майнкрафте. Так, ну что ж, бери, короче, лопату, девчонка. И мы сейчас, короче, начнем прям реально копать. Ну что, погнали вглубь. Вот так вот, этот слой, сначала снимаем первый слой, друзья, аккуратненько. Эй, девчонка, ты что, я тебе говорю, первый слой снимай. Так, аккуратно, аккуратно. Так, аккуратненько, смотрите, друзья, мы сейчас прям реально копаем. Прям вглубь, реально. Так, я здесь тоже сейчас вот помогу девчонке. Ну, это первый слой, это самый такой легенький. Так, теперь, значит, вот здесь тоже расчищаем. Нам потому что надо расчистить все, чтобы вообще посмотреть, что же вообще находится в глубинах Майнкрафта. Так. Оп, 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 оп. Все, смотрите, друзья. Итак, первый слой убран. У нас сейчас теперь, короче, здесь находится слой... Так, кстати, подожди, что-то тут неровненько, нечаянно. По-моему, вот здесь надо было вот так вот заделать. Да. Все, теперь ровненько. Так, значит, берем теперь кирку. И начинаем снимать первый слой, вот этот каменный. Все, погнали, девчонка. Так, друзья, мы, короче, снимаем первый слой. Это прям реально очень интересненько. Так. Так, аккуратно. Главное, короче, не провалиться. Мы специально выбрали большую такую территорию, чтобы если будет лава, либо какие-то еще препятствия... тихо, девчонка, ты че? Аккуратно. Так, давай ниже еще копаем. Смотрите, дальше, короче, у нас появляются просто огромные залежи угля. Офигенно. Так. Залежи угля. Смотрите, мы вот здесь все раскопали почти что. Все, отлично. Оп, оп, и оп. Так, добываем теперь залежи угля. Смотрите, друзья, сколько у нас здесь разных вообще штук и дрюк, короче, находится. Это же вообще жесть. Мы тут с девчонкой, короче, реально сейчас копаем, смотрите. И прокапываем все глубже и глубже. Дальше у нас залежи железа. Это, я говорю, это опять, короче, магический остров, где находится куча разных ресурсов и еще всякого такого. Так, все, тихо. Оп. Теперь, короче, железо копаем. Обалдеть. Я не знаю, что будет, потому что мы в прошлой серии, друзья, не докопали до центра земли. Но в этой серии мы обязательно прям вот 100% докопаем, я не знаю. Это вот... Это надо 100% сделать. Да.
Либо девчонка бомбанет от того, что сколько здесь нужно работать. Потому что работать здесь надо ого-го как много. У меня, короче, смотрите, уже не вмещаются ресурсы. Обалдеть, короче. Ну ладно, пофигу на эти ресурсы. Дальше, короче, копаем. Теперь у нас золото. И дальше, смотрите, друзья, там лаки-блоки. Офигенно, короче. Да, смотрите. Так, сейчас мы, короче, раскопаем золото. И дальше будет интересненько. Да, смотрите, ресурсов настолько много, что у меня даже не вмещается, куда их девать. Они прям здесь у нас валяются. О, тихо, девчонка, аккуратно. Так, разбиваем теперь. Ой-ой-ой, что это за фигня? Я, короче, активирую. Где-то там девчонка внутри вон ходит. Смотрите, обалдеть! Ё-моё! Нас, короче, бомбануло, друзья. То есть, это была первая такая бомбежка. Сейчас, короче, вернемся обратно на остров. Это жесть. Фу, друзья, короче, мы обратно доплыли до острова, где все бомбануло. Надо обязательно покушать, друзья. Если вы не кушаете, то приятного... Вернее, если вы кушаете, то приятного аппетита. А если не кушаете, то идите и покушайте. Кстати, а кто это там такая? Смотрите, по-моему, там то ли сирена, то ли кто. Что-то вообще непонятное. Ну-ка, девчонка, может там кто-то вообще на острове застрял? Пойдем поможем. Поплыли, короче. Так. Возьми на всякий случай меч, это может быть опасно. Короче, друзья, смотрите, там какая-то... Ой, что-то меня притягивает. Что за фигня? Обалдеть, это злая сирена. Гасим ее. Офигеть. Ну-ка, девчонка, помогай нафиг. О, все, завалили. Обалдеть, друзья, вы видели? Все стало красным, и она хотела меня сожрать. Офигеть, этот остров очень опасен. Так, возвращаемся на наш родной остров. И сейчас, короче, начнем копать. Обалдеть, друзья. Вот это было страшновато, я вам скажу. К этому, так скажем, я был не готов. Так, все, мы, короче, вылезли обратно. Фу, обалдеть. Так, ладно, давай, девчонка, короче, прыгаем и начинаем дальше, короче, копать. Ой, надо, короче, покушать, а то опасно. Покушать тоже, если у тебя есть что. Так, а я, короче, пока начну рубить, короче. Так. Офигеть вообще. Вот это вообще приключение на этом острове, друзья. Это максимально опасно. Так. Рубим. Ха, обалдеть, и сирена была, и бомбанули. Я говорю, эта серия просто бомба, друзья. То есть здесь дофига всякого. Опа, здесь надо быть осторожным. Смотрите, друзья, здесь активированный редстоун. Если где-то здесь будет динамитная залежа, то, короче, мы можем опять бомбануть. Так что берем кирку, девчонка, и аккуратно вскапываем эту штуку. Смотрите, он реально активированный, друзья. Редстоун активирован. Как он может быть активирован? Я не знаю. Но мы это обязательно узнаем. Так, все, копаем дальше. Наша цель докопать до центра земли. Все, отлично. Так, эти два еще осталось. Все. Теперь, короче, мы видим арбузики. Так, берем, короче, топорик и рубим арбузы. Вообще изи рубят. Смотрите, друзья. Да мы сейчас вообще быстро докопаем и все, короче. Просто на изи, короче. Раскладываем эти арбузы. Смотрите, двойной ряд. Копаем двойной ряд, короче. Двойные арбузы здесь были. Так, я вот слазил с этого ряда. Так, отлично. Обалдеть арбузов. Друзья, вы любите арбузы или нет? Напишите, кто любит. Смотрите, мы реально здесь вообще раскопали. Так, берем киркирки. Здесь у нас золото. Да, друзья, здесь мы добыли золото. Золото копается чуть хуже. Но мы стали богаты. И сразу за золотом, друзья, у нас идут алмазики. Алмазики. Оп, девчонка упала. Так, все, отлично. Мы здесь более-менее докопали. Так, теперь, короче, копаем алмазики. Это будет сложно. Ой, главное не провалиться. Смотрите, друзья, там внизу находится паутина. Так что, девчонка, аккуратненько. Раньше времени не спрыгивай.
оставайся на том же блоке, на котором стоишь. Друзья, алмазики вообще очень сложно ломаются, вы видите. То есть мы с большим трудом их ломаем. Это обалдеть, как сложно. Так. Так. Так, все, отлично. Так, значит, теперь берем меч и ломаем вот эту паутину. А, это стекло, да, ломаем, короче, стекло. Не, можно тогда слазить на стекло, встаем. Капец, здесь ловушка, смотрите, друзья, это реально ловушка. Короче, ломаем стекло. И далее нам надо сломать паутину. Да, девчонка, ломай, короче, паутину. Вот, все, нормально. Офигеть, вот это ловушка. Представьте, друзья, какая тут была ловушечка. То есть здесь просто паутина. Я вот прям в ней увидаю, смотрите, прям, прям застрял. О, все, выбрались. Все, сейчас мы, короче, это все разломаем. Так, аккуратненько. Капец здесь вообще. Очень, очень такая прям, знаете, ловушка какая-то паучья чисто. Может быть, это вообще в центре, в центре этого острова вообще живут гигантские пауки. Все, 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 девчонка. Теперь, короче, берем, наверное, лопату. Да, и ломаем снег. О, вообще изи. Ха-ха. Смотрите, друзья, мы просто вообще снег на изи поломали. Короче, копаться в снегу это самое изичное. У меня даже такая идея возникла, друзья, потом попробовать в Арктике прокопать до центра земли. Так, берем кирку и копаем изумрудики. Обалдеть, друзья. К такому меня жизнь не готовила. Так, надо покушать. О, покушали. Так, дальше копаем. Офигеть, а изумрудики. Хотел сказать алмазики, а это изумрудики, друзья. Что нас ждет дальше? Я вообще не знаю. Мы сейчас наткнулись на какое-то, не знаю, это шерсть? Или что это? Так, в общем, копаем дальше. Че, ну-ка, я сейчас проверю, лопатой можно? А ну-ка, топором. Короче, без разницы, чем мы копать будем. Оно все равно копается очень медленно. Да, друзья, по-моему, это шерсть. Это реально логово какого-то паука. Потому что, смотрите, паутина, потом все из какого... Может быть, это даже из паутины шерсть. Капец, оно долго копается. Ну-ка, а если руками? Без разницы, друзья. Оно одинаково копается, хоть чем вы будете копать. И это очень плохо, друзья. Потому что мы очень долго эту штуку копаем. Так, давай дальше, короче, прокапываем. Давай, короче, схитрим, девчонка, потому что шерсть копать долго. Давай просто вот вниз, короче, копай и все, слышишь? Давай просто вниз вот сюда. Мы немножко, друзья, хитрим. Потому что, смотрите, тут много очень шерсти. Прям, она разноцветная, кстати. Смотрите, ой, мы до чего-то докопали. Так, о, вот это вообще быстро копается. Давай в сторону раскапываем эту штуку. Вот эту красную, короче. Вот, смотрите, друзья. Мы более-менее раскопали вот так вот. Давай даже вот эти штуки срубаем. Это какие-то поршни. То есть тут, смотрите, под островом находятся, друзья, какие-то механизмы. Так, берем, короче, наш любимый топор. Хотя, давай попробуем вот это немножко раскопать. Хотя, ладно, пофигу, в принципе. Ну, чтобы небо было видно, чтобы мы, друзья, видели, через что мы, так скажем, прошли. Ну, ладно, пофигу. Так, копаем, короче, теперь древесину топором. Во, смотри, вот это, друзья, вообще по-нашему. То есть мы прям вообще фигарим, вообще жестко. Кстати, у меня есть идейка. Ну-ка, подожди-ка, где-то у меня была штучка. Друзья, у меня появилась идея, а давайте все это вообще тут, вот эту всю шерсть подожгем. Погнали, смотрите, сейчас, короче, вся она выгорит и все, чтоб ее не пришлось копать. Смотрите, друзья, просто вообще жесть. Смотрите, какой огонь. Так, девчонка, пока мы не сгорели, давай быстрее копать вниз. Смотрите, друзья, это просто веселье, ой-ой-ой. Тут начинает тоже все гореть. Короче, по ходу дела мы реально бомбанем. Это прям экстремально. Девчонка там быстрее такая копает. Типа, ну нафиг. Так, все. Теперь берем кирки и копаем вот эту штуку синюю. До нас, короче, друзья... О, смотрите, как все выгорает. Вообще шикардос. До нас огонь не доберется, друзья. Не бойтесь, я все грамотно рассчитал. То есть теперь мы все видим, смотрите, все, шерсть сгорела, и теперь все шикарно. Я как бы мастер, да, я как бы... Давай, короче, дальше верстаки вот эти копаем.
Ой, они вообще долго копаются. Давай пока копай, девчонка, хотя бы пару верстаков, потом мы их опять тоже сожгем. Тут, короче, друзья, поджигаем вообще вот это все нафиг. Пусть оно горит. Ой-ой, меня маленько задело. Смотрите, как реально клево прокопалось там. Короче, ты пока, девчонка, копай, я здесь немного расчищу сейчас. Вот, давайте, пока там девчонка у нас фигарит, мы вот здесь немного порасчищаем. Чтоб было вообще видно. Как и что. Да, прям смотрите. О, здесь у меня уже рядышком огонь. Молодец, девчонка. Так, теперь давай зеленую. Верстаки мы потом как-нибудь сожгем, может быть. Ну-ка, может быть топором можно? О, топором надо верстаки срубать. Слышь, бери топор и, короче, фигарь топором. Я даже не знал, что верстаки рубятся очень быстро топориком. Так, теперь синий надо посрубать. Короче, друзья, я прям чувствую центр земли очень близко. Давай, давай, во, расчищай, расчищай. Мы, друзья, прям реально прям вгрызаемся в центр земли. И вот я там слышу зомби, кстати. Где-то, прикиньте, здесь зомби находятся. Вот здесь где-то рычит, короче. Но пофигу на этого зомби. Наша цель докопаться до центра земли. Сейчас эти зеленые вот эти. Это же, это что у нас, это изумруды или что? А да, это изумруд, друзья. Так, берем топор и копаем теперь вот эту штуку. Это губка, друзья. Ну-ка, может быть мечом? Не, топором все-таки быстрее. Здесь, смотрите, какие-то светяшки. Обалдеть. Да, смотрите, друзья, здесь какие-то светящиеся лампы или что это? Сейчас мы, короче, их тоже будем разрушать. Ломаем, короче, давай, девчонка, эти лампы. Обалдеть, как светло от них. Они такие яркие. И смотрите, мы... Ой-ой-ой, горю, горю. Тихо, девчонка, тут не прыгай. Будь максимально аккуратна. На блоках, на которых мы стоим, не падаем. Теперь разбиваем эту штуку. Что это такое? Это магма? Да, друзья. Бери кирку и срубай эту магму. Да, друзья, это настоящая магма. Если на нее наступить, то мы можем получать урон. Поэтому нам надо срубить эту магму. Обалдеть. Смотрите, какая опасная эта штука была. Все, девчонка, прыгай вниз, все, теперь тут безопасно. Обалдеть, друзья. Тут вообще у нас ресурсов дофига. Так, теперь давай копаем эту штуку, я не знаю, что это. Она очень твердо копается, друзья. Это какая-то, я не знаю, это... Это живая какая-то штука, смотрите, это похоже на какие-то десна. Смотрите, друзья, это красные, как будто... Может быть, мы вообще сейчас попадем в центр какого-то организма? Что это за штука вообще такая? Смотрите, реально десна, как будто бы. Обалдеть. То есть, смотрите, мы сначала попали в какую-то магмовую штуку. Копаем вообще какие-то десна. Давай, девчонка, глубже копаем. Обалдеть. Я слышу зомби, что самое важное. Это очень опасно на самом деле, друзья. Так, я сейчас стою на каком-то, я не знаю, это лед? Да, друзья, по-моему, это лед. Короче. Аккуратненько. О, я, кажется, понял, что сейчас будет. Нас сейчас затопит. Давай, девчонка, копаем. И не прыгай в воду, а то мы, короче, будет плохо. Так, сейчас вот это все. Вот этот лед надо убрать. Так, убираем лед. Так. Офигеть. Все, и теперь, короче, чтобы из него выбраться, я сейчас поставлю доски. Это, короче, очень сложно, друзья. То есть, вот так вот, ставим доски. Так. Так вот. Отлично. И теперь берем топорики и аккуратно доски эти убираем. То есть, смотрите, мы досками убрали воду, которая здесь появилась. Все, отлично. И теперь, короче, копаем глубже. Что это за штука? Это песок душ, друзья. Офигеть. Я чувствую, мы прям уже близко к центру земли. Я не знаю. Но у меня такое чутье.
Ну что, сколько можно копать? Смотрите, как мы уже глубоко, девчонка, просто посты наверх. Так, копаем дальше, здесь снова песок, душ. Друзья, это же обалдеть, как круто. Интересно, мы вообще докопаем до центра земли или нет? Или можно копать вечно? Прикиньте, друзья, на самом деле вечность. О, копаем эти штуки. О, они копаются вообще изи. Здесь смотрите, сколько блоков. То есть мы уже... Нам некуда даже и складывать, и, короче, вообще жесть. Тут какие-то светяшки. Мы их, короче, ломаем. Давай, девчонка, ломаем светяшки эти. Я просто уже из-за блоков ничего не вижу. Очень много. Обалдеть, вообще жесть, просто. Мы просто копаем и копаем все глубже и глубже. Короче, я сейчас предлагаю эти блоки убрать, есть специальная команда. Потому что, друзья, они нам будут только мешать. Да, сейчас я, короче, поставлю видео на паузу и уберу. Итак, погнали, короче, девчонка, еще глубже. Мы, короче, прям реально с девчонкой врываемся просто в глубины вот этого, я не знаю, чего вообще. Сейчас мы здесь нашли какие-то блоки. Мы их все посрубали. Это, короче, как это называется? Ладно, пофиг, как называется. Давайте кирпичи, потому что нам надо очень быстро. Я прям чувствую, мы очень близко до центра. Да, друзья. Итак, раскапываем кирпичи. Теперь берем лопату. И копаем. Давай, девчонка. Лопату, не топор. А то я, короче, лопату посеял, а у тебя вот есть. Все, отлично, девчонка копает. Давай, давай, давай. О, смотрите, тут, короче, какие-то лизуны. Обалдеть, как круто. Смотрите, как они смешно ломаются, друзья. Так, вот это какой-то вообще... О, давай, кирку бери и просто вгрызаемся. Вот такие-то блоки, о которых даже вообще в Майнкрафте не знаю. Просто фигарим их. Теперь дальше, глубже. Просто, друзья, сейчас фигарим вот это все. Сильно не расчищаем. Я прям чувствую, что вот за этими блоками что-то будет дальше. Да, смотрите. Ну что, я такие... Вы, друзья, видели такие блоки? Я не видел. То есть это, скорее всего... Мы, короче, докопали до новой версии Майнкрафта. Да, до новой версии Майнкрафта, которая должна, наверное, выйти в будущем. Мальчики, наверное, добавили эти блоки для будущих версий. А мы, на самом деле, сейчас копаем, друзья, и показываем вам. Офигеть, как мы уже глубоко. Здесь какие-то командные блоки или что это? А они не ломаются, друзья. Странно, сейчас разберемся, короче, девчонка, ну-ка, здесь потребуется команда. Итак, друзья, мы, короче, сломали эти лаки-блоки с помощью команды, но это я решил пропустить. Итак, мы, короче, все, вгрызаемся дальше, глубже. Офигеть, я не знаю, куда это все ведет, обалдеть. Ну, мы просто вообще в какой-то глубине находимся. Офигеть, как же мы глубоко. Давай, давай, копаем, копаем. Я прям чувствую, что осталось вот буквально вообще чуть-чуть. О, смотрите, друзья, там пустота. Девчонка, аккуратно. Короче, все, это центр земли. Так, девчонка, ну что, проверяем? Прыгаем? Готово? Давай, раз, два, три, прыгай, я за тобой. Итак, мы погнали в пустоту, друзья. О, ай, мы, блин, разбились. Обалдеть. Ну мы, короче, выбрались. Вы видели, мы упали сверху откуда-то. Что за фигня? Так, ну-ка я сейчас, короче... Так, аккуратненько. О, смотрите, вот. Вот здесь мы, короче, очудились, то есть... Обалдеть. Короче, ну-ка я сейчас еще раз попробую, друзья, потому что я не понял. Ты, девчонка, стой здесь. Так, смотрите, если мы падаем в пустоту, то мы вот так вот улетаем и приземляемся обратно здесь. Да, смотрите... Он нас телепортирует наверх. А, обалденно. Короче, друзья, вот что находится в центре земли. В общем, дорогие друзья, мы выполнили задание там пару раз в серии. Да, в общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Евген Бро, девчонка. Всем пока-пока.